Вот сейчас мне подарили стабилизатор трехосевой CGCam Gimbal. Вставляется вот в такой вот, в таком плотном чехле, тубусе. Вот сам стабилизатор. Камеру я сюда уже поставил. Вот так вот он включается вот на эту кнопку. Вот он включился. Здесь USB кабель. Камеру сразу питать. Вставляешь в камеру и питаешь. Ну, от самого вот от этого вот. От самого стабилизатора идет зарядка еще и на камеру плюс. Ну, еще специальное приложение, если есть в камере. Вот у меня на 5000 XLIT нету такого приложения Gimbal. Можно управлять камерой. Вот, перед первым применением рекомендуется ее откалибровать. Вот так вот сюда нажимаем на эту, на красную, и вот на M, на эту кнопку. Одновременно. И вот он начал калибровку. Вот он в разных плоскостях сейчас будет откалибруется и встанет на место. Вот, все, калибровался. Тут можно вот так вот еще. Разные режимы всякие вот. Такой режим есть. Такой режим. Так она будет. Вот. Потом режим селфи есть. Такой режим. Ну, разные тут режимы, в общем, можно так вправо, влево, в бок. И вот он как бы тут крутится вот и стабилизирует саму камеру. Так вот, выключить его надо. Вот, выключился. Все. А вот свет я себе заказал, получил заказ. Вот, купил себе свет. Стабилизатор мне подарили, а этот вот свет купил. Вот он на камеру. Вот. В рамку сюда вставляешь вот так, закручиваешь. А здесь будет камера в рамке. Ну, я имею в виду то, что я сейчас не буду ее снимать. И вот так вот здесь три режима свечения. Такой вот, поярче. И вообще обалденно яркий. А свет приятный глазам такой. Мягкий свет. Светит сам сильно, но сам мягкий свет как бы. Как-то так. Теперь надо показать пример небольшой. Сейчас быстренько покажу, как снимает она. Выйду на улицу. Все, вот видите, резьба под штатив есть. Еще сюда можно накручивать. Попробую сейчас пробежаться. Как-то так. Камеру специально трёт я. Зай, я очень доволен стабилизатором. Спасибо тебе огромное. Всем спасибо за просмотр.